Крымске КФУ «Грифоны» продолжает выступление в турнирах общенационального масштаба. Сейчас они готовятся к плей-офф чемпионата Южного и Северокавказских федеральных округов по баскетболу. Наша съемочная группа посетила одну из тренировок клуба и больше узнала о ближайших планах команды. То, что баскетбольным мячом крымчане владеют не только виртуозно, но и уж точно лучше многих конкурентов из других регионов Необъятной, КФУ «Грифоны» доказывают результатами. В студенческой лиге России они, как всегда, в числе лучших. А в этом году к чемпионским амбициям добавили еще одно испытание – чемпионат Южного и Северокавказского федеральных округов. В нем дела пока идут отлично – 13 побед в 14 матчах и первое место в регулярном чемпионате. Мы должны были забрать все игры, но получилось так, что все-таки одну проиграли. По своей какой-то невнимательности недоработали. Ну и в итоге 13 побед всего лишь. Вот такой амбициозный подход и есть залог успеха «Грифонов». Соревновательный график у них усложнился в разы. 60 матчей вместо привычных 20. Но есть и неоспоримый плюс. В чемпионате Крыма обкатку проходят юные и перспективные, а основа распределяет силы на два общенациональных турнира. Меня радует, что мы втянулись в эту, как говорится, на три фронта работать. То, что здесь растет молодежь. У нас как таково сейчас так нету так больших игроков. Да. У нас по анализу мы посмотрели, что у нас самая молодая и самая низкорослая команда. С точки зрения потенциала, «Грифоны» – это системообразующий клуб и ориентир развития студенческого спорта республики. То, что начиналось как баскетбольная команда, сейчас уже сборная Крыма по баскетболу с несколькими этапами воспитания будущих чемпионов. Поэтому особенно важно подкрепить это победой в чемпионате федеральных округов. Не самая матерая по подбору, но шороху мы давно вели, поэтому мы там пока регулярку закончили на первом месте. Но сейчас готовимся, и не только мы готовимся, готовятся соперники к финалу четырех, который будет в конце апреля. Я думаю, нам там будет нелегко, но мы надеемся золотые медали все-таки в Крым привезти. С 28 апреля по 2 мая в Ессентуках пройдет чемпионский мини-турнир, в котором будут разыграны медали сезона.